Особенно, конечно, хочется еще отметить православные святыни, монастыри, которые мы посетили, православные храмы. У них уникальная история, большая, древняя история. Там очень трагические события пережил как сам храм, так и монахи. И это все очень трогает. Там ты чувствуешь себя умиротворенно и понимаешь, что действительно православная вера – это основа основ в нашей России. О мире. Ощущение невесомости, ощущение благодати, которая на тебя сошла, и это действительно очень достойные места. Я их рекомендую к посещению всем тем, у кого есть на душе вопросы и кому просто хочется ощутить спокойствие и мир. Конечно же, я желаю вам от всей души приехать в город Рыльск, пройтись по святым местам. Здесь такая благодать. Если вы потеряли веру в себя, либо в жизнь, либо в Бога, то здесь эта вера к вам, конечно же, вернется. Обязательно берите с собой тару, потому что здесь можно не только искупаться в купельне, как это сделала я, но и набрать с собой воды, поделиться с родными и просто начать даже с воды верить в Бога. Здесь столько было всего интересного. За 5 дней мы посетили очень красивые места Курского края, познакомились с его культурой, с градообразующими предприятиями, познакомились с очень интересными людьми. Но самое интересное, что мне вот запомнилось как человеку, который живет в большом мегаполисе, здесь очень много святых мест, которые придают силы и энергии. Вот вчера мы побывали в коренной пустыне, в которой мне было настолько свежо, настолько энергетика меня прям напитывала, что я сейчас возвращаюсь к себе домой с полной уверенностью о том, что это была не просто поездка, а именно поездка для жизни, для развития. Первая поездка в Луг-Ту, все было новое. И, если честно, Курская область меня просто поразила. Во-первых, людьми, которые здесь живут. Настолько они отзывчивые, открытые. Вот буквально горят своим делом.
Это получился удивительный блок-тур. Безумно душевный. У нас подобралась очень теплая компания. Все очень добрые, открытые. И с нашей стороны, и с принимающей стороны. Насыщенная программа. Мы побывали на настоящей действующей мельнице, которая датируется еще 17 веком. Находится она в замечательной деревне. Посмотрите, какой тут простор, свежий воздух и просто красота. Мы отдыхаем, наслаждаемся свежим воздухом и вкусными блинами. Запомнилась усадьба Фета, куда я советую приехать всей семьей даже на пару дней, чтобы не спешить, чтобы насладиться, прочувствовать всю атмосферу, в которой жил легендарный русский писатель. Я никогда не рассматривала как направление для путешествия, так как раньше считала, что в этом городе нечего смотреть. Однако данный блок-тур показал, что не в Курске смотреть нечего, а я не знала о том, что можно посмотреть в Курске. Участвуйте в забегах, поддерживайте спортивный дух в своем городе, это того стоит. И, конечно же, сегодня в забеге «Курский характер» мы победители. Это был замечательный блок-тур в Курск и Курскую область. Я была на атомной электростанции. Я фотографировалась с Белазом. Это была моя небольшая мечта, и я ее исполнила. Купалась в купели, видела много храмов, была в Думе и бежала за бег. У меня столько эмоций. Первое, на что я обратила внимание, это, конечно, гостеприимство. Тут безумно вкусно, безумно интересные локации. Очень спасибо огромное организаторам, что добавили нам в программу промтуризм, потому что просто было очень интересно сегодня посмотреть и на ГОКи побывать, и на АЭС побывать, и даже на шоколадной фабрике. Поэтому всем советую приезжать в Курск, тут есть что посмотреть, и сюда стоит ехать. Лично я могу сказать, что благодаря этому проекту еще больше узнала свой родной край, еще больше им горжусь и понимаю, какая же у нас красивая и прекрасная Курская область.
дорогие друзья, мы подводим итоги нашего блок-тура «История Победы в Курской области». Этот тур был очень ярким, очень эмоциональным. Нам удалось посмотреть регион с разных его сторон и патриотическая составляющая, потому что это регион боевых действий, туристическая, промышленный потенциал региона, промышленный туризм, гастрономический туризм. Это было очень ярко, здорово, неожиданно. И действительно, Курская область, Курская территория открылась для нас с новых сторон.